Братцы, вот действительно над кем не подвластно время. Ирбис ТТР 250Р. 2023 год на дворе, он все еще с нами. И практически не претерпел никаких изменений. Правду, братцы, ну зачем что-то менять в хорошей, давно проверенной вещи? Аналоговая приборная панель. Это же дорого. Сегодня сделать отдельно каждый элемент, стрелочку, нарисовать вот здесь все эти циферки, все это выложить, сделать вот эти вот светящиеся кнопочки. Братцы, это дорого. Гораздо проще сделать сегодня цифровую панель. Но у нас не тот сегмент, и поэтому по мелочам мы не размениваемся. Аналоговая, надежная, с механическим счетчиком пробега, приборная панель. В сегодняшней жизни надо еще поискать тех людей, которые умеют ее скрутить. Очень мягкое, очень удобное двухместное сиденье и ручки для второго пассажира. Колеса взрослые, 21-18. Защита рук. Светодиодные поворотники сзади. Светодиодные поворотники спереди. Светодиодная лампа света. Наклейка логотип Ирбис Моторс. Пульт управления светом, поворотниками, сигнал. Пульт управления светом, кнопка стартера, аварийка. На левой ручке сцепление, на правой ручке передний тормоз. Кикстартер. 172-й проверенный надежный мотор с вертикальным расположением цилиндров. Карбюратор. U-All. Подножка для пилота, подножка для второго пассажира. Тормоза дисковые. Передние перья перевернутого типа. Топливный кран, топливный фильтр. Рама стальная, трубчатая. Дорожный просвет 290 мм. Снаряженная масса мотоцикла всего 132 кг. Воздушная система охлаждения. Колеса спецованные. 92-й бензин. 19 лошадиных сил, братцы. Не, ну по этой штуке сотня. И прям вообще вот четкая сотка. А теперь, братцы, поговорим о этом мотоцикле немножко поподробнее. Есть в нем какое-то несочетание, которое заставляет каждого задуматься, для каких целей на самом деле предназначен Ирбис ТТР 250Р. Ну, с одной стороны, эндуро. Высокое переднее крыло, злая резина, хорошие ходы подвески, достаточно тяговитый мотор. Что может ему помешать? С другой стороны, абсолютно такой красавчик с поворотниками, с оптикой, с фарой, с топ-сигналом. Явно рассчитан на второго пассажира. Ну и загонять такого красавца, валить, падать, сшибать деревья, как-то, честно говоря, немножко жалко. Гудок. Мотоцикл мягкий, мотор с балансированным валом, двухместный.
с ПСМ, с поворотниками, свет, стоп-сигнал, но явно предполагается дороги общего пользования. Топливный бак 12 литров при расходе 3 литра на 100 километров. Дальнобой. Все верно, братцы. Это мотоцикл для любых ситуаций. Я даже в прошлом году имел смелость сравнить Ирбис ТТР 250Р с 1250-м гусем. А для меня они очень-очень взаимозаменяемые. Это просто бюджетный вариант по цене буквально двух колес. Итак, на этом мотоцикле можно отправиться в путешествие, на этом мотоцикле можно смело подъехать на рыбалку, например, там куда-то к водоему близко и не переживать. Можно ехать по песку, можно ехать по асфальту, можно ездить в городе, можно ездить за городом, можно ездить в лесах, можно ездить в горах. На этом мотоцикле можно ездить везде, где вы захотите. Вы можете ехать на нем один, вы можете взять с собой подругу или друга. На нем можно перемещаться как угодно, с кем угодно и где угодно. Итак, большой топливный бак и маленький расход топлива, 92-й бензин. Ребят, по сегодняшней жизни это, наверное, одно из основных преимуществ. Заливаем мало, заливаем недорого, ездим, ну как недорого, сегодня уже заливаем, конечно, очень дорого, даже такой объем. Но ездим долго, и это позитив. Конечно, этот мотоцикл не для грязимеса. Покупать его, чтобы месить грязь, вот убивать вот эту всю красоту, весь этот красивый пластик, для этого есть другие модели, которые ронять не жалко. Этот мотоцикл... Подождите, на самом деле... Что, все эндуристы, что ли? Вот прям все такие вот, прям вот, да, и кип с ног до головы, и прям погнал. Нет, братцы, не все, далеко не все. И большая часть моих покупателей, это люди, которые подходят именно с практической точки зрения при приобретении техники. Это и развлечение, и польза, и удовольствие, естественно. Проверенная годами техника от лучших производителей, в том числе Stealth, Irbis и Segway, на сайте Мотокурса. Здесь техника без границ. Ссылка в описании. Сейчас, братцы, дождемся, как стемнеет, и поедем посмотрим на свет. Что нам скажет свет? Приезжаем в темень. Ну, на самом деле, в лесном массиве нормально. То есть ближнего достаточно, дальний, конечно, оставляет желать лучшего, но мне кажется, что это вопрос настроен. Ну, вот так скажем. Вот это у нас, братцы, ближний. Значит, вот так у нас дальний. Ну, дальний, конечно, высоко светит вообще. Надо чуть-чуть фару опускать, потому что вот здесь пятно прям не задействовано. Надо ее чуть-чуть как-то опускать. Вот как ее опускать, это вопрос номер два. Но, походу, это handmade. То есть как-то именно заводскими настройками, регулировками, мне кажется, она не выставляется. Она стоит в одном положении жестко. Саму фару вряд ли. Вот здесь нужно делать какие-то, наверное, типа... регулировочные такие проставки и просто наклонять вот этот щиток полностью чуть ниже, потому что свет нам нужен ниже. Но это так, пока бегло, глянем по предмету, не глянем, разберем, посмотрим. Мотоцикл абсолютно новый, он еще на обкатке у нас, пробег у него 7 километров, почти 8 вот с данной поездкой. Поэтому, само собой, здесь еще предстоит приложить руки. Братцы, сегодня у нас тест не мотоциклиста. Квадроциклист Димон имеет
причем, ну, естественно, не на такого плана. И вот к разговору о том, что до ТТР сел и поехал, потому что прям, ну, достаточно простой, интуитивно понятный мотоцикл. Посадили Димку, и Димка сейчас тестирует первый выезд. Я ничего не делал, он взял заглох, почему? Я газу не додал? Не знаю. На горочке? Может, на горочке, да, мало. Это надо привыкать, блин. Пока непривычно. Очень. Димка отменяет. Файермена попросили протестировать, и файермен зажег. Есть ключи? На какой надо? На... У меня какой-то минимум есть с собой, но что там есть, я не знаю. На 10, вроде у меня есть в наборе. Новый бончик, блин. В этом вся херня. Я задолбал отвариваться этой стороны кофта, я так и выучил. Головки нет, да? Точно. Ладно, покрутим. Да, у меня тоже есть. А, не, на 8 надо. Прикинь, на 8 есть, но сюда не подходит. Ничего нормального, блин. В наборе от этого мотика ключ не подходит. Ну как это, блин? Надо вот эту ручку, короче. Тянуть? Сюда сдвигать. Цепляется. Я уже задолбался. Я его меняю, меняю. Оно вот так вот делает и все. Оно, видно, опускается. Это сюда надо сдвинуть. Скотина, ну. Вот надо две отвертки отключить. Не знаю, может отвертка хоть отработает. Блин, ну как так у нас нет на 8 ключа, блин? Ладно, сейчас я подергаю тогда по тырку. Это контент нахрен. Не хотел, да, ноги мочить тоже не хотел. Я решил, что ты передумал. Ты такой контент пропустил. Ну тут прикол в чем? Я подъехал, подумал. Думаю, нахер я сейчас в эту лужу поеду, ноги промочу, у меня ботинки рваные. Думаю, дай-ка объеду здесь. Полез, короче, сюда. Он застревает колесом. Я понимаю, что меня кренит влево, я ставлю ногу в лужу, а я еще надеюсь, что это не произойдет. Она у меня всасывает, и я вместе с мотиком бабах налево. Ты снимал хоть? Да, камера тут включена была. Ну, ладно, плевать, жизнь эндуриста, блин, сраные грязные ноги. Грязно это, выехать хер выйдешь теперь, надо было там ехать, не мудрить. Ну как обычно. Ну хорошо, сидим. Вот такая у нас тут
Картина, блин. Надо было ехать по центру, не выпендриваться. Ой, боже мой. Хотел как лучше, получилось как всегда. Грязь нам не нужна, да? Трешак. Блин, ну эндуристы. Крутые люди, блин. Все, ноги полные воды. Фух. Сливаться, наверное, нет смысла. Надо такая спагина не. Ну, кто ж знал-то? Я что-то думал, мы не поедем в такое говно. А здесь я думал, все высохло уже давно. Ну, зато теперь стало посвободнее. Не так страшно теперь уже все. Мокрый, грязный, безобразный. Уже как бы такая себе история. Это вот это? Это форвардер. Форвардер? Ага. Такое на штуке. Приветствую. Где будем рубить-то? Налево-направо. Большой кусок. Аплодирую. Мы что переживаем, чтобы колею не набило? Мы тут катаемся постоянно. Нам тоже надо. Надо сгонять туда, по этой, посмотреть, эта дорожка осталась или все ее замочили. Ну, прям стулой подъехать. Ошибись. Да, вот и все наши надежды умирают. Достать. Ну, сейчас. Я прям просто говорю, давай, Фрэнки, давай. Обалденно удобная вещь, индикация передач. Никогда не запутаешься, едешь на третий там или на второй, или на первый. Не каждый мотоцикл может похвастаться. Поделись-ка. Если научиться ездить, очень прикольно. У меня просто последнее воспоминание на ЕЖе на планете 5. 25 лет назад я палец на ноги выбил. На мотоциклы больше не катался. А так приятно, привыкабельно. Вполне себе аппарат. Газу надо привыкать, очень он шустрый. Это нормально. Так что аппарат достойный вполне. По грязи только как бы условно. Но если где-то прохватить, вполне себе вариант. Ну тебе зашел, да, я вижу. Ну ничего, прям так, интересно. Привыкаешь. Прикольно. Когда не умеешь, что есть, нахрен неинтересно. Когда что-то более-менее. Уже начинает получаться потихоньку, да, да. И ты начинаешь больше и больше. Мне тоже понравилось. Ну, а в остальном каких-то замечаний нет, едет прикольно, завалился там чисто по причине того, что не хотел. Думаю, не буду заезжать в лужу, не буду пачкаться, сейчас с краю объеду. Ну, естественно, не смог вылезти, естественно, пошла нога, мотик пошел налево, нога встала в чачу, чача начала проваливаться, всасывать ее прям. И пришлось уронить, не смог удержать. В общем, классическая такая ошибка начинающих мотоциклистов, туристов. В общем, надо ехать все время по-нормальному. Вот если бы по прямой пошел бы, то, может быть, и не испачкался это. А у меня мотоботы мои уже кончились совсем от времени. И я думаю, ну сейчас я наступлю в лужу и промочу. Ну и что в итоге? Не только в лужу наступил не одной ногой, а двумя, и там походил весь насквозь промок. В общем,
такая она, эндуро-движуха, зато сразу освободился, зато сразу почувствовал, что думаю, все, теперь мне терять нечего, теперь я могу ехать везде абсолютно свободно и уверенно. Собственно говоря, после чего и получил вот основное удовольствие от покатушки. Приятно было вместе прокатиться, братцы. До новых встреч на канале.